Сарика Продакшн Студио. Расплавленных свечах мерцают зеркала. Напрасные слова. Я выдохну, устала. Ну, так, смотри, смотри, только давай. Чисто. Вот смотри, здесь в чем роман сложен. Роман, в принципе, это, как на мой взгляд, это очень предсказуемый стиль, там, жанр песни, да? Но от этого он опасный в каком плане? Там надо выпивать каждую ноту и вести это все полностью. Еще ритмически где-то замедлил, где-то убыстрил. И все это с аккомпанементом вот живым. Вот, должно, оно должно быть живой организм, как спектакль. И чувствовать надо, да, потому что спектакль ты можешь каждый день по-разному играть, а в кино ты снял, и больше ты еще не исправить не сможешь. Понимаешь, сыграл и сыграл. Плесните колдовства! Вот первая фраза, да, ее нужно спеть как одно целое. Плесните колдовства, хрустальный мрак бокала. Вот немножко не с ними, не сильно не замедляй. Плесните колдовства, хрустальный мрак бокала. В расплавленных свечах мерцают зеркала. Мерцают зеркала. Да, дальше. Напрасные слова я в сути. Сути. О, да. Напрасные слова. Напрасные слова ушли не от сути. Напрасные слова я скоро догорю. Хрустальный мрак бокала В расплавленных свечах мерцают зеркала. Да, запомни этот код. Мерцают зеркала. Давай. Мерцают зеркала. Напрасные слова. Я выдохну, устала. Образные слова нетрудно говорю. Напрасные слова уж вы не обессудьте. Напрасные слова. Я скоро догорю. Это низко тебе, поспокойнее. Я скоро догорю. У вашего крыльца не вздрогнет колокольчик, не спутает следов шаг. Вы первый. Нет, опять с этой же шаг. Нет, вы шаг. Вы первый миг конца.
понять мне не позвольте.